Антитеррористическая операция, которую накануне с успехом провели в Ингушетии, сегодня получила продолжение. В районе селения Газиюрт обнаружено мощное взрывное устройство. По данным ТАСС, почти 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сообщается, что полностью готовая самодельная бомба была спрятана в легковой машине. Как нам сообщили в Федеральной службе безопасности, взрывчатка уже уничтожена. По информации силовиков, устройство готовилось для теракта на территории республики. Автомобиль принадлежал одному из трех боевиков, ликвидированных накануне. Напомню, еще четверо участников так называемой Назрановской группировки были задержаны. С ними работает следствие.